Ребята, всем привет, я Ком со свежими новостями. Казалось бы, мы с вами знали, что вся семья Дианы собирается скоро в Дубае. Но так как Юнона не озвучила число, когда именно, никто не думал, что это произойдет так быстро. В Дубай как-то добрались очень странно, мы вообще не знали, улетим мы или не улетим. Все решалось как-то, знаете, спонтанно. Вчера вечером Диана появляется в сторис уже на пляже в Дубае. Не обошлось без происшествия. Мама Дианы чуть ли не потеряла свой телефон. Я, когда мы прилетели, решила пойти в туалет, помыть руки. Я мыла руки, и когда брала бумажные полотенца, я телефон положила вниз. И что вы думаете, я за него забыла? А вы сами понимаете, что потерять телефон со всеми соцсетями, паролями от YouTube-каналов – это стрёмно. Хотя без опознания лица iPhone скрыть невозможно. Все равно ситуация стрессовая. Потерять кучу фотографий и видео, контакты и потом все это восстанавливать. Короче, настроение у Юноны было реально очень подавленным. Я чуть, не знаю, там не умерла от шока. Телефон – это все, это вся моя жизнь. И что вы думаете? Телефон все-таки нашелся. Мы звоним человеку, который там работает в аэропорту, и представляете, ему телефон находят. Я в шоке, его никто не украл. Хотя самолет только прилетел, и не один, полный туалет был людей, то есть он просто там все лежал, его просто украли и отдали мне. По первым кадрам сторис на первый взгляд можно подумать, что летели только 5 человек, Юнона с мужем. Дана, Диана и Настя. Только они появляются в сторис, и если честно, я уже расстроилась, что тот тайный друг не полетел. Но нет, Юнона подтвердила, что тайный друг тоже с ними. Ищем Диану с Кнопой и с тайным ихним другом. Вот я не знаю, что бы мы без Юноны делали. Спасибо ей огромное, что она показывает нам хоть чуточку того, что происходит в реальной жизни. Диана у себя в сторис написала: «Ждите контент, мы очень ждем». А сейчас ваши комментарии. В прошлом выпуске вам надо было придумать прикольную подпись к этому скрину. А вот самый популярный комментарий. Когда с новыми подругами увидели бывшую ЛП, а она оделась в брендовые вещи. Когда на урок задали выучить стих, а ты об этом только что узнал. Когда узнал, что Доши подорожал. Когда учитель зашел в класс и начал раздавать КР, но не предупреждал, что она будет. И теперь лови новое задание. Придумай прикольную подпись к этому скрину, и самые популярные комментарии попадут ко мне в следующее видео. На этом все, всем пока. Обняла каждого. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah.